Так сегодня читаем Шримад Бхагаватам.
песня 4, глава 20, которая называется «Поведение Господа Вечера на жертвенной арене». Текст 7. Как шикарно своя лжете, воплощенную душу. Еще раз. Индивидуальная душа чистая,
нематериальное и лучезарное, единое. Среди сущее и непокрытое материальной оболочкой. Она является сосредоточением всех положительных качеств, свидетелем всего, что происходит. Она отлична от всех остальных живых существ и трансцендентна ко всем воплощенным душам. Комментарий его божественного мотива к чему 12 Прабхупады. В предыдущем стихе было употреблено два важных слова. А сам садхах, не питающий привязанности, и Будха, обладающий полным знанием. Полное знание – это знание собственной природы, то есть правильное понимание своего положения, положение, которое занимает Верховный Личный Бог. По словам Шри Вишванатхи Чакравати Такура, в данном стихе Господь Вишну описывает самого себя, то есть Параматму. Параматма всегда отлична от воплощенной души, равно как и материального мира. Поэтому она названа здесь Пара. Другой эпитет трансцендентного Господа, Верховной Личности – Эка, что значит «единый». Господь един, тогда как обусловленные души, обитающие в материальном мире, существуют в самых разнообразных формах. Они воплощаются в телах полубогов, людей, животных, деревьев, птиц, пчел и так далее. Таким образом, живые существа нельзя назвать эко. Их много, что подтверждается в ведах. Нитьём, нитьянам, читанам, читанамам. Многочисленные живые существа, запутавшиеся в сетях материальной иллюзии, утратили свою изначальную чистоту. Однако Господь, Верховная Личность, всегда свободен от привязанности и чист. Покрытые материальными телами живые существа не излучают света. Верховный же Господь, Параматма, лучезарный. Живые существа, оскверненные гунами материальной природы, называют сагуна, тогда как Параматма, Верховная Личность Бога, не подвержена влиянию материальных гун, не гуна. Живые существа находятся в плену материальных качеств, поэтому они гуна ашрита. А Верховная Личность Бога – гуна ашрая. Поскольку зрение, обусловленное душой затуманенной материальной скверной, она не способна видеть причину всех поступков и своих прошлых жизней. Тогда как Верховный Господь, не имеющий материального тела, является свидетелем всех действий живого существа. Однако оба они, и живое существо, и параматма, Верховная Личность Бога, суть атма, дух. В качественном отношении они не отличны друг от друга, и тем не менее между ними очень много различий. Особенно это касается шести достояний, которыми в полной мере владеет только Верховная Личность Бога. Итак, когда говорится, что джива атма, живое существо, обладает полным знанием, имеется в виду, что она осознает как свое положение, так и положение Всевышнего. Вот что такое полное знание. Эхак шутхах своем жатир, нингуна сагушая, сарваган анавитак сакши, нератматматмана парах. Индивидуальная душа, чистая, нематериальная, лучезарная, единая. Вездесущая и непокрытая материальной оболочкой. Она является сосредоточением всех положительных качеств и свидетелем всего, что происходит. Она отлична от всех остальных живых существ и трансцендентно ко всем воплощенным душам. Сейчас мы в Шримад Бхагавате читаем очень интересную историю. Это история Махараджи Притху. Махараджи Притху был воплощением Верховной Личности Бога. Он был Шакти Вишватара, то есть личностью полномоченным для того, чтобы законы Бога принести на землю. Вот. Мы знаем, что до него, когда умер Махараджа Вена, отец,
Махараджи Тирха. Он был очень верховной личностью и фактически был демонической личностью, поскольку его желание основное было это желание господства, желание просто наслаждать свои чувства. Вот. И в детстве, когда он очень свои демонические качества он проявлял еще с детства. Вот. А дети, с которыми он играл, он причинял ему увечья. И это доставляло ему счастье, доставляло ему наслаждение. Поэтому он продолжал это делать. Вот. Потом, когда он стал царем, он отменил все ведические законы, запретил браманам проводить ведические жертвоприношения и, используя, интерпретируя ведические писания тем, что поскольку царь является воплощением Бога, поэтому все должны поклоняться ему и не должны поклоняться Богу. То есть жертвоприношения должны проводиться для его удовлетворения. То есть таким образом он встал в положение Бога, и что привело его, приблизило его смерть. Да? Знаю прекрасно, что браманы, которые обладают могуществом, они, когда Махараджа Вина сделал это заявление, они просто его взяли и прокляли, поскольку нарушается ведическая традиция, нарушаются ведические законы. Вот, и поскольку еще не было Кали-юги, в Кали-югу все вот это вот возможно, вот, то Махараджа Вина просто браманы прокляли, и в результате появилось так, что царством командовать было некому управлять. Вот, поэтому браманы, поскольку у Махараджа Вина не было, у царя Вина не было детей, то браманам необходимо было, поскольку они отвечают за порядок в государстве, вот, поскольку они являются головой общества, вот, и необходимо было что-то предпринять. И тогда они просто взяли и начали пахтать тело Вены. Вот. И пахтая, взбивая это тело, брали за руки, за ноги и раскручивали, пахтали его. Вот. И при этом произносили определенные мантры. Вот. И в результате первое, что произошло, это вышел маленький мальчик, черненький мальчик, олицетворение всех его грехов. И говорится, что зло, оно не может существовать без благочестия. Поскольку зло, оно использует благочестие для того, чтобы достичь определенных своих целей, да, могущества. Почему люди могущественные, они становятся... Почему люди обретают могущество? Они обретают могущество, потому что оно приходит к ним из того благочестия, которое они совершали в прошлом. Но в результате каких-то определенных поступков их благочестие, оно сохранилось, но они начали развивать себе демонические качества. Вот. И когда человек рождает, такой человек рождается, у него уже смешанная карма. Вот. И он, используя свое вот это благочестие на неблаговидные цели, вот, он совершает плохие поступки. Вот. Таким образом, вот этот вот первый мальчик, черный мальчик, который вышел из Махараджи Вены, из царя Вену, был как раз это олицетворение всех его грехов. Затем вышел Махараджа Притху. Это было воплощение Верховной Личности Бога, Шакти Вишвамитра, наделенное определенными полномочиями, и он... его он у него была определенная миссия. Эта миссия заключалась в том, чтобы принести царство Бога на землю. Вот. То есть законы Бога.
Вот. И по этим законам, поскольку это единственный путь, когда человечество может быть счастливым, когда оно ставит во главу угла Верховную Личность Бога и начинает ему служить, то Махараджа Вена, он и следовал именно этим правилам и устанавливал эти законы, и устанавливал эти традиции. И в завершении его деятельности, когда он еще только вступал на престол, приходили полубоги, представляли его деяния, которые он должен будет совершить. На что Махараджа Вена очень скромный, он сказал, что это еще ничего не совершено, поэтому это не нужно прославлять. Вот. И когда Махараджа Вена совершил 99 жертвоприношений коня, это было предназначено для того, чтобы прославить Верховную Личность Бога, Господа Вишну. Вот. Но поскольку Господь Индра как бы является воплощением вожделения Господа, ему всегда кажется, что если кто-то совершает какие-то серьезные аскезы, и ему всегда кажется, что этот человек хочет занять его место. Поэтому он посылает различные препятствия этим людям, вот, для того, чтобы они прекратили свою аскезу и таким образом не достигли положения Индры. Поскольку Господь Индра достиг своего положения в прошлом благодаря тому, что он совершил 100 жертвоприношений коня, а это очень могущественное жертвоприношение, и это жертвоприношение, оно совершается только самым великим царем, вот, то Махараджа Притху, он для того, чтобы прославить Верховную Личность Бога, он стал совершать эти жертвоприношения. И он совершил 99 жертвоприношений коня. Ашваметха Яги. И Индра, он просто почувствовал, увидел, что ему угрожает, это конкретная угроза его положения. Вот. И тогда он, поскольку у Махараджи Притху была жена, как обычно, он для того, чтобы соблазнить мудрецов, он посылает отца. А поскольку здесь была жена, то этого сделать невозможно, поскольку жена, она защищает мужа от посягательств другой женщины. Да? Мы знаем природу, да, женщины, что если мужчина, ее муж начинает смотреть на кого-то другого, она его сразу останавливает и говорит: на меня смотри, я предназначен для того, чтобы смотрел на меня. Вот. Таким образом, обязанность жены заключается в том, чтобы контролировать чувства мужа, чтобы он не отвлекался никуда посторонне. Вот. И у него была цель, и она смотрит, чтобы он достигал этой цели, и помогает ему всячески для того, чтобы достичь этой цели. Вот. Поскольку Господь Индра понимает, что невозможно через попса сделать свое дело, вот, он приступил к этой деятельности сам. Он украл жертвенного коня, таким образом он нарушил жертвоприношение. Вот. И поскольку он оделся в одежде саньяси, то таким образом он показал нечестным людям, каким образом они могут действовать в этом мире для того, чтобы достичь своих целей. То есть неправильные пути. Да? Мы знаем, что Шрила Прабхупада, он часто говорил о том, что приводил пример своего соседа, как он, человек, который имел жену, детей. Его день начинался рабочий с того, что он одевался в шафран, в одежде сатру, и шел собирать пожертвования. Вот, собирая пожертвования, он возвращался домой, кормил семью. Таким образом, как бы он не то что подтасовывал, а как бы он обманом вот этим вот, то, что совершил Господь Индра, да, он обманом завладел этим конем, вот, обманом завладел вот этим вот расположением. Вот. Точно так же и этот человек, он просто обманывал людей, одевался в одежду саньяси и таким образом как бы исполнял не свою как бы дхарму. Вот. И он таким образом совершал греховную деятельность по отношению к себе, по отношению к другим, по отношению к своим родственникам. Вот.
Господь Индра, он похитил жертвенного коня, но в результате того, что Господь Брама вмешался в это дело, да, Махараджа Притху, он понял, кто это сделал, и он попытался, захотел наказать Господа Индру. И тогда Господь Индра, он просто взмолился Господу Брама, и Господь Брама как бы уговорил Махараджу Притху, чтобы тот не, ну, как бы простил его. Вот. Жертвоприношение коня было продолжено, в результате чего на жертвенную арену спустился сам Господь Вишну. Вот. И в этих стихах Господь Вишну, он начинает, поскольку он есть Сатчитананда Виграха, Вишна знание блаженства, да? Вот. То появившись на жертвенном на арене жертвоприношения, он стал давать духовные знания. Он стал описывать, говорить о том, что он стал давать сиддханту. Сиддханта заключается в том, что описывает, значит, Господь Вишну стал здесь описывать то, что, ну, как бы, описывать, что такое полное знание. И полное знание включает в себя знание, что такое я, душа, кто такой верховная личность Бога, что такое материальная природа, вот, и какие взаимоотношения между ними. Таким образом, само вот это вот знание, понимание того, кто мы такие и как мы должны правильно себя вести, это необходимо живому существу для того, чтобы, как бы, для того, чтобы снять вот эту вот завесу невежества, которая покрыта живое существо. Вот. И находясь в материальном мире, живое существо, оно просто как бы поглощается той деятельностью для удовлетворения собственных чувств. И таким образом он, живое существо, оно просто попадает под влияние тревог материальной природы. Вот, и в результате этого продолжается повторяющийся попадает в круговорот повторяющихся рождений и смертей. Вот. И для того, чтобы очистить, для того, чтобы освободить живое существо от этого, ему необходимо знание. И вот полное знание как раз и заключается в том, чтобы живое существо осознало свою духовную природу. Что оно поняло, что оно не является этим материальным бренным телом, которое является источником страданий, которое действует под управлением тревогу материальной природы. Вот. И оно должно понять, что оно есть вечная духовная душа, обладающая теми же самыми качествами, что и сам Господь, вечностью, знанием и блаженством. И когда оно начинает это понимать, а понимать это оно начинает только в том случае, если оно принимает прибежище истинного духовного учителя. И истинный духовный учитель дает ему это видение, дает ему это понимание. Вот. В результате чего живое существо начинает понимать, что оно не является порождением этого материального мира, что его природа, она духовная, что его изначальное отношение с Верховной Личностью Бога – это то самое счастье, которое он ищет в этом материальном мире. И поскольку в этом материальном мире, этот материальный мир есть просто отражение духовного мира, то оно подобно тени. И во тьме счастья нет, как есть этот анекдот, когда пьяный мужик ночью горит, на улице горит фонарь.
под фонарем мужик лазит, на корточках ползает и что-то там ищет. Я такой подходит, смотрит, что-то не понимаю, что он там делает. Подходит к нему и спрашивает, а ты что делаешь? Да я, говорит, ключи ищу. А давай я тебе помогу. Тоже начал искать. А потом, смотрит, впереди ключи нету. Думаю, что-то здесь не то. Дай-ка я ему еще хорошо. Говорит, а ты где ключи потерял? Говорит, да вон там. Он говорит, возьму туда, показывай. Говорит, а если ты там ключи потерял, зачем ты здесь ищешь? Говорит, здесь светлее. Таким образом, живое существо, оно думает, что во тьме, оно может, в материальном мире оно может найти счастье. И оно ищет счастье не там, где оно его потеряло. Вот. И в материальном мире просто по определению нету счастья. Нету, поскольку счастье, источник счастья, это сам Верховный Господь. И поскольку материальный мир есть просто как бы тень, есть как бы иллюзия того, тень духовного мира, то в материальном мире нету счастья. И материальный мир предназначен для того, чтобы живое существо, попытавшееся наслаждаться отдельно от Верховного Господа, попало в этот материальный мир, попыталось здесь стать счастливым, разочаровалось, встала на путь преданного служения и вернулась обратно домой к Богу. То есть материальный мир предназначен для разочарования. И живое существо, которое начинает испытывать это разочарование в материальном мире, это говорит о том, что оно уже становится на путь возвращения обратно домой к Богу. Вот. И в этом случае такому человеку просто необходим истинный духовный учитель, который направил его. Поэтому чистые преданные Господа, они приходят в материальный мир для того, чтобы возвращать этих души, которые уже созрели, готовы к тому, чтобы встать на путь возвращения обратно к Богу, на путь преданного служения. И эти великие личности, они являются как раз вот, этой вот, вот этим связующим звеном между живым существом и Верховной Личностью Бога. Они дают вот эти вот отношения, они связывают этих живых существ с Верховной Личностью Бога, дают ему вот этот вот вкус, дают семя преданного служения. И это семя преданного служения, попадая в семя, в сердце, на благоприятную почву, оно начинает прорастать. Вот. И когда оно прорастает, то человек, он испытывает счастье. Он начинает испытывать счастье. И вот это вот счастье, оно как раз является вот этой вот путеводной нитью в процессе преданного служения. И если преданный начинает ходить куда-то в сторону, счастье оно становится, начинает угасать. И он должен понимать, что он уходит не в ту сторону. И он должен вернуться опять к правильному пониманию, вот, и к правильным действиям. И для этого существует как раз вайшнавские этики. Для того, чтобы правильно поставить вот эти вот отношения, поскольку вайшнавские этикеты – это не есть ничто иное, как проявление отношений в духовном мире. И постепенно изучая вайшнавский этикет, применяя на практике и постепенно вводя его как бы в свою природу, вот, занимаясь, следуя, воспевая святые имена, следуя, совершая санкиртана ягью, это единственный путь, который в Кали-Югу доступен живому существу, поскольку те жертвоприношения, те духовные пути самореализации, которые были в предыдущей эпохе, они сейчас не действуют. Вот, это и жертвоприношение, это и йога, и поклонение божествам. Оно сейчас как бы не действует. И поклонение божествам сейчас основной метод – это метод санкиртана йоги, совместного воспевания святых имен Бога. И самое главное в этом процессе – это отношения между преданными. И эти отношения, они должны быть любовными. Должны понимать, что благодаря этим отношениям мы развиваем отношения с Верховным Господом.
И преданные, которые живут в храме, они вот эту атмосферу, они прекрасно чувствуют. Атмосфера любви и доверия. Благодаря этому то, что происходит за пределами храма, на них фактически не влияет. У них есть хорошая садхана, у них есть хорошее воспевание, изучение философии, они занимают себя процессом преданного служения в остальное время. Вот. То есть их жизнь, она как бы упорядочена. Вот. И поэтому упорядоченная жизнь приводит к благости. Благость является трамплином для духовной, для перехода в духовную атмосферу. Поэтому в храме как раз вот эта вот атмосфера гуны благости, она и царит. И эта атмосфера, она позволяет преданным развивать свои отношения с другими преданными и отношения с Верховным Господом, с Божествами. Таким образом, развивается вот эта вот привязанность к обществу преданных, привязанность к Божествам. И это есть как раз вот тот цементирующий фактор, который позволяет преданному утвердиться в процессе преданного служения. Когда он утверждается в процессе преданного служения, у него начинает уже проявляться вкус. До этого он может проходить через разные пути очищения, анархо-невритти. Но когда проявляется вот этот вот вкус, твердая вера, появляется вкус ручи, то тогда процесс преданного служения становится просто очень быстрым, очень легким. Перестает на него действовать влияние материальной природы, и он сосредоточен на процессе, на духовном. И все, что с ним соприкасается, также начинает очищаться. И таким образом, сознание преданного, оно распространяется на других. Вот. И таким образом, он создает, чем более продвинутый преданный, да, тем он создает большую такую вот атмосферу любви, доверия вокруг себя. И этой атмосферой начинают привлекаться другие люди, остальные. Так что они начинают спрашивать, а что это такое? Когда человек ведет себя правильно, то другие люди, они начинают этим привлекаться. Потому что вначале они думают, что-то здесь интересное есть, что-то здесь не то, что-то здесь такое, что нет в другом месте. И они начинают интересоваться. В них начинает пробуждаться вот этот интерес, любопытство, которая постепенно переходит в, общаясь с преданными, постепенно их интересно становится, они начинают что-то делать. Вот. И занимаясь преданным служением, они также вовлекаются в процесс преданного служения. И вовлекаясь в процесс преданного служения, они общаются с преданными. И это общение как раз вот это, та самая каша, в которой все варятся. Вот. Постепенно, Шрила Прабхупада сказал, пришло время выпаривать молоко. То есть постепенно в преданном начинает развиваться качество. Он также начинает утверждаться в процессе преданного служения, и у него появляется твердая вера. Также появляется вкус. И также, то есть вот этот вот процесс, он вечный, он бесконечный. И таким образом преданные, они постепенно развивают свои отношения с Верховным Господом через отношения с духовным учителем. Духовный учитель дает это правильное понимание. Он задействует ученика в преданном служении, и он связывает ученика с Господом. Таким образом, духовный учитель, он приводит к лотосным стопам своего ученика и вручает его ему. В этом заключается миссия и обязанности духовного учителя. И когда уже человек освобождается, да, поднимается на тремя уровнями материальной природы, он освобождается от влияния материальной природы.
его процесс преданного служения становится очень сладким. Поскольку его ничто уже не отвлекает на преданное служение, он погружает все свое сознание в процесс воспевания Шравана, Киртана, Кришну Смарана. То есть вот этот вот процесс преданного служения, он полностью поглощает его. И такой человек, он полностью включается и материальная природа отступает от него. Вот. И таким образом преданный становится освобожденной личностью. И такие освобожденные личности, они по желанию Господа, они начинают помогать также другим. Вот. На этом, наверное, остановимся. Может быть, какие-то вопросы есть? Обратитесь. Я хотел бы немножко добавить, расширить. В общем, для каждой эпохи существует своя религия. Для нашей эпохи эта религия называется сознание Кришны. Сознание Кришны – это духовная реализация. Подобно тому, как в духовном мире, произнося какое-то слово, обозначающее какой-то предмет, между ними разницы нет. Произносится слово «яблоко», и перед вами возникает яблоко. Наша реализация тоже духовна. Почему? Потому что между словом Кришна и самим Кришной нет разницы. Произнеси слово Кришна, выступаете в общении с Кришной. Таким образом, я хочу сказать еще следующее, что каждый вайшнав, принадлежащий организации ИСККОН, обязан распространять сознание Кришны, в чем, который базируется на двух принципах. Первый принцип звучит так. Если мысль, текст речи и действия вайшнава базируются на законах правды, подтвержденной цитатой из шастры, то такой вайшнав находится на пути преданного служения или уже достиг этого совершенства. И второй принцип, он заключается в том, что вайшнав обязан распространять правду. В шастре дано определение правды, которое звучит. Правда – это реализованная информация. Поэтому каждый вайшнав обязан не только читать шастры, но и действовать так, как написано в шастрах. Так он распространяет знания. И в противном случае он распространяет что? Информация. Информация никого не зажигает, зажигает знания. Все, я закончил. Хари Бог. Спасибо. Может, еще кто-то здесь дополнение? Вопрос? А каким образом происходит, как они влияют именно вот этот процесс? Процесс? Все происходит через ложное эго. Это первый элемент, который... Первый тонкий материальный элемент, самый тонкий. И это есть самоотождествление. Когда живое существо попадает в материальный мир, первое, что он получает, это ложное эго. И ложная, функция ложного эго заключается в том, чтобы отождествить себя с материальным телом. Вот. И ложное, как бы, процесс происходит следующим образом. Поскольку живое существо – это есть сознание. Преломляясь через ложное эго, оно начинает отождествлять себя с этим материальным телом. Это необходимый элемент для того, чтобы наслаждаться в этом материальном мире, чтобы жить в этом материальном мире и испытывать какое-то счастье, иллюзию счастья. Вот. Таким образом, отождествляя себя с этим материальным телом, живое существо начинает действовать в этом мире. Я действующий. Я контролирующий, наслаждающий. Я – это тело. Поэтому все, что принадлежит этому телу, это мое. И он начинает биться за это дело. Вот, и он начинает утверждать свои законы, свое понимание, видение. И таким образом, совершая определенную деятельность, он запутывается в этой деятельности. В результате чего происходит
повторяющийся процесс рождения и смерти. Да? Значит, колесо сансары, то есть повторяющееся рождение и смерти. Живое существо таким образом запутывается. И фактически выхода из этого пути нет. Потому что окопы в этом материальном мире, они не просто золотые, они сладкие. И эти сладкие оковы — это весьма что иное, как вожделение. Это трансформированная любовь к Богу, трансформированная через ложное эго в материю. То есть прямо перевернутая. Если мы в духовном мире понимаем, что все принадлежит Богу, что Кришна есть верховный наслаждающийся, он наслаждается всеми плодами жертвоприношения, всей нашей деятельностью, и наше сознание сосредоточено полностью на Кришне для того, чтобы его удовлетворить, чтобы он был счастлив, то в материальном мире это сознание, оно просто переворачивается, и центр во главу угла становится «я сам», «я». Это происходит за счет ложного эго. Таким образом, происходит отождествление себя с материальным телом. Таким образом происходит вот действие этого ложного эго. Так действует ложное эго. То есть мы смотрим через чувства, да? Воспринимаем через слух, через глаза. Мы видим, вот он я. Мы видим тело. И первая деятельность ложного эго заключается в том, что говорит, это же я. Это я. А раз это я, то я должен быть счастлив. Мы начинаем действовать таким образом, чтобы достигать, чтобы стать счастливым. И действуем из чувства того, что я Бог. И все должно быть. И все должно удовлетворять меня. Таким образом. Вот еще какой-то вопрос. Я хотел уточнить, а вот этот маленький черный карлик, который родился, по-моему, куда, в Африку ушел? Не знаю. В шастрах об этом ничего не пишется. Есть такое предположение, что основатель негровой нации. Да, Шри Прабхупада ки джай.